Ну, в общем, всем привет, друзья. Вы на канале Games to Madness. Не вижу смысла говорить, кто я сейчас. Ну, и в общем говоря, вы понимаете, какое сейчас положение. И это важная просьба. Наверное, вы уже все слышали, все ютуберы, возможно, не все, снимали про то, что ютуб просто берут и закрывают. Ну, понимаете, как бы вот так вот, я говорю вам серьезно, вот это очень... Это вообще не сказать, что прям хорошо. Ведь некоторые люди просто зарабатывают на ютубе деньги. Ну, мы чисто так снимаем по приколу. Ведь, типа, как бы кто-то хоть смотрит видос. Под моим видосом вообще у нас очень много забралось. Это просмотров. И оказалось, знаете что? 99% игр заблокируют. Один останется. Потому что в основном все игры сделаны это... Либо какие-то... Японский, либо какие-то эти. Английский. Ну, и, короче говоря, вы сейчас, скорее всего, ничего не видите. Ну, а я вижу. Дело в том, то, что такие дела. Просто такое положение. Братские народы воюют. И YouTube подключают. Инсту, блин, Facebook, блин. Сколько, блин, нам еще можно разбрасываться? Но мы будем стараться снимать интересные видео. И главное, мы будем снимать их со всех сил. Пока YouTube не закроют. И надеюсь, вы поддержите наш канал. А жаль, мы хотели набрать подписчиков до начала лета. Но похоже, то, что это не случится. Лицо мы вряд ли уже покажем, поскольку YouTube правда, скорее всего, заблокируют. Но если вы не хотите, чтобы его блокировали, ставьте лайк. Потому что, камон, я понимаю, там какую-то игру заблокируют. Но, ребят, ну YouTube, там же как бы все видео. Более 2 миллиардов видео, да больше, блин. 100 миллиардов видео. Очень много видосиков. И все попадут. И это написал сам YouTube. Или зайти на официальный сайт. И там написано, типа, то, что его YouTube будет скоро заблокирован. И, в общем, вот я снимаю это видео, пока еще не поздно. Спасибо, что зашли. Спасибо, что послушали меня. Ну, и, в общем, как я обещал, мы будем снимать качественные ролики. Ну, не сказать, что прям сильно качественные, скорее всего, интересные. Но спасибо за просмотр. Ставьте лайки, если не хотите, чтобы YouTube заблокировали. И если вообще не хотели. В общем, спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.